В США 37 детей скончались от гриппа. Эпидемия охватила всю страну. Вспышки зафиксированы в 4 десятках штатов. Более того, врачи считают, что к концу зимнего сезона грипп может унести жизни свыше 50 тысяч человек. В Центре по контролю и предупреждению заболеваний заявили, что ситуация схожа с той, что была 3 года назад. Тогда в общей сложности заболели 34 миллиона человек, погибли 56 тысяч. Врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки, начиная с 6-месячного возраста. Пожилым людям и детям, которые находятся в особой группе риска, вакцинация необходима в первую очередь, подчеркивают медики.